Ассаламу алейкум. В этом ролике я постараюсь ответить на часто задаваемые вами вопросы. Так, кто я, чем я занимаюсь и какое у меня образование? По специализации я врач-акушер-гинеколог. Окончила Таджикский государственный медицинский университет имени Абу Али ибн Сино с красным дипломом. После окончания вуза 2 года проходила клиническую ординатуру на кафедре акушерства и гинекологии ТГМУ. И после окончания клинической ординатуры я поступила в аспирантуру. И сейчас являюсь очным аспирантом кафедры акушерства и гинекологии Института последипломного образования в сфере здравоохранения Республики Таджикистан. Так, какие языки я знаю? Я знаю таджикский, русский, персидский и немножко английский. Так, замужем ли я? Нет, не замужем. Была ли я замужем? Нет, не была. Есть ли у меня дети? Нет. Детей у меня нет. Есть ли у меня парень? Нет.